Добрый день, дорогие друзья. Смотришь на эту картину, слушаешь музыку ласковую, которая звучит в тайгане целый день. И сразу приходит на ум выражение: в Багдаде все спокойно. Так вот и в тайгане все спокойно. Такое умиротворение у животных. Когда животные здоровы, сыты, то они спокойны и демонстрируют вот такое умиротворение. Но если что-то животных беспокоит, голод, какая-то болячка или издеваются над ними, то все, там животное беспокойное, животное проявляет агрессию. Но в тайгане мы видим, что ситуация наоборот, очень спокойное, такое умиротворение. И если бы было иначе, то даже вспомним, когда были прогулки ко львам в Крымскую саванну, то Олег Алексеевич был уверен в себе, в своих силах, в своем авторитете, а главное, в поведении львов. Потому что, опять же, повторюсь, если львы довольны жизнью, то они спокойно и агрессии не проявляют. И вот мы видим с вами, друзья, такую картину, полное умиротворение. Все львы довольны и счастливы, живя в тайгане. Так, а здесь у нас уже приударяет за нашей красавицей вовсю. Тайгановский лев недоволен таким положением дел. Говорит, так дело не пойдет, друг. На наших девчат тайгановских не засматривайся. Хотя теперь и эти, новый прайд тоже тайгановский, уже все, как говорят, на новом месте обустроились. Все у них хорошо. И я смотрю, что тайгановские львы уже не проявляют такой агрессивности по отношению к новому прайду, как это было в первые недели, когда они там своим ревом сотрясали саванну и рвались в соседний вольер. Теперь все, они поняли, что это такие же их тайгановские собратья, и агрессии в отношении них проявлять не стоит. Не, ну обратите внимание, друзья, на Беляшика, какой у него мудрый взгляд. Он, несмотря на свои еще совсем юные годы, только вот вошел во взрослую пору, и уже в нем столько разума, даже мудрость. Все-таки не зря он дружил и дружит с вожаком Чуком, перенимает от него очень многое. И это, конечно, ему очень помогает. Статус уже он себе получил крепкий в прайде. Ну, они здесь вообще все как на подбор. Добрые молодцы. Что ж, друзья, всем большой привет от Беляшика и дружной компании львов.